Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Ну и по традиции напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и наслаждаемся. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Так, ну что, ребят, что, погнали? Погнали, все-таки еще раз в плотняк. Надеюсь, в этот раз я выживу. Прицельчик, кстати, я поставил сюда сверху второй. Все нормально. Все хорошо. И надо пооткрывать, постараться пооткрывать сейфы на платной карте. Но для этого, я так понимаю, надо сначала зачистить эту карту. Сейчас посмотрим, кто к нам добавится. Будет ли фулл тима и насколько будет собранная фулл тима. Ну и, соответственно, бояться именно дробовиков. Что-то все начали бегать с дробовиками. Все берут сайгу, берут барабан на сайгу и начинают прям лупасить нереально по ногам. Ноги, руки, ну и в целом, в принципе, тебя убивают после этого. Как говорится, ничего нового, как и в Таркове. Но здесь хотя бы ты немножечко, ну, местами ты живешь. То есть можно как-то среагировать. То есть в предыдущей катке, где вот меня вот убили, получается, да? Я там просто растерялся, а мне надо было сразу в типа целиться. Потому что я успел, что там, он начал стрелять. Я успел перебежать, попрыгать еще даже. И потом только умер. Ну, смотри, 30-й, 19-й, 24-й, да? Они показали почему-то, как типы были одеты. Ну, сейчас фулл тима у нас. О, тут по-русски говорит. Чё? 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 Или нет? Чё, закинули типа с русскими? Давай посмотрим. Что нас будет ждать? Ну, и держаться, короче, давай сейчас попробуем подержаться их, посмотреть, будут они файтиться или не будут. Да, вот он, прицельчик. Бля, нам вот сюда налево надо вообще, да. У меня ключик есть еще от этой хаты. Надо... Привет, за... привет, алло. О, нифига, русский, здорово. Ну, нам надо что, в хату сразу, пацаны, зайти? Бля, ничего меня не слышит. Ребята, вы знаете, как заходить в хату? Я вот не знаю, как в хату заходить. В смысле? Типа чефир в сладость, да, вот это вот? Да нет, просто в хату по-быстрому зайти. Но я потерялся, пацаны, я отстал, меня сейчас убьют. Сейчас уже начнут, наверное, стрелять по мне. У нас же слева пачка людей. Так, я зашел на второй этаж. Чё, пацаны, как впечатление у вас об игре? Сыроватая игра. Ну, это как бы, ну, закрытая же бетка, как бы, чё. Но на фоне Таркова... Чувствуется, что там билка, очень чувствуется. Анимации там. Ну, есть такая, ну, как бы ее же перенесли с мобилки. Офига, ну, слушай. Комната есть. Да, тут ключ нужен, именно, и тут сейф стоит. Да, ключик это был последний, я его потратил. Еще на вилле есть тоже там, тоже сейф есть. Но нам, я думаю, что, может в мотель сгоняем тогда? Ну, пизды получать можно сходить. Ну да, но у нас еще, я не понял, почему типы до сих пор нас не рашат, которые слева были. Может, кемпит сидят. Скорее всего, со снайперкой. Сейчас кто-нибудь высунется и все. Как бы на каком-нибудь красном патроне и нам конец. Так, ну надо их баламутить. Вы в Тарков играли, да? Конечно, да. Но я играл в Тарков. Опа, золотая псина. Тоже играл. Ну и чё, здесь лут в плотнике лучше, чем в обычке? Я вот что-то не заметил. Нет, так-то лучше, что с ботов, что находится, но опять же, не всегда.
А, то есть тут надо ботов прям щупать, да? А у них первые обоймы обычно стандартные патроны, а те, которые у них в инвентаре, обычно фиолетовые, но не всегда. А-а-а, на патриках зарабатывать, короче, да? Так, я думаю, нам сильно разбегаться-то не надо. Блять, нашего чё, бот убил? Или это тип? И он его, уже лутает, что ли? Прям под тобой где-то. Да, я лестницу чекаю, смотрю. Ну, похоже, как будто боты бегают. Но, бля, я слышал, как нашего типа лутал кто-то. Вот здесь вот с входом с отеля тип. Или бот, или тип, я не знаю. Вход с отеля? В окно, если посмотреть? Не отель, а вход в завод. Вход в завод. Ну, подо мной бот, слушай. От бота одного снял. Бля, это бот что ли так херачит? Руку мне отсек, слушай. Какие-то жесткие ботики вообще. Слепо, дымка, все как надо, блядь. С улицы кто-то стрелял еще. А где наш лежит-то, блядь, мертвый? А, он прям на улице лежит. А, нет. Блядь, смотрите, он в углу его как-то тут согнуло, гляньте. Чё у него тут, обоймы? Ну, хилку я возьму на всякий случай, на прозапас. Чё он нашел, чё налутал? LCD. Слушай, вот такое ощущение, что прям через стену убили, как будто. Ну чё, погнали в мотель? А, пацаны? Не хотят, нет. А, вот, начали отвечать. Ну пошли, наверное, только по правой стороне. Чё-то я через поле манал выходить, бежать. ЕСК, ты идешь с нами? Молчит. Разлутаюсь. Давай, 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 ждем. Мы тебя внутри ждем, если что. Иду. Все, иду. Ну погнали по правой стороне тогда. Как сюда пришли?
Типы так и не пришли, странно очень, куда они делись? Типочки вообще не заходили, не захотели к нам заходить. А вы на каких патронах? На золотых? Нет, на фиол. Серьезно? На фиолетовых тут? Ну это ж не красная зона, хотя и тут типы на красных, ой, на желтых встречаются. Ну, я в красную зону не могу играть, она у меня в три ночи всегда открывается. А я ебал не спать в это время. Где-то война уже. Вроде на ферму похоже. Кстати, вот тут тоже домик с этим, с сейфом есть, но от него ключ нужен. Вот слева кибитка стоит. Вот это, вон та. Там вон, в окно даже видно сейф. У меня такого нет. А, дверь открыта в этом доме. Мне это не нравится. О, где-то снайпер. Нет снайпера больше. Бля, а чё так тихо? Слушай, мне прям... Я себя очень напряженно чувствую. Раз так тихо. Очень сильно. Ну-ка давай вот эту штуку попробуем открыть, посмотреть. Вдруг что-то ценное есть. И под окно главное не открыться. Вот так давай. Чипок. Ничего нет ценного. Бля, я 6000 с собой не взял. Хотел взять 6 косарей, чтобы, если что, на платном уйти. Блять, вот с этого окна как вылезет сейчас кто-нибудь? Как? Шумарнет меня. Просто ни с того, ни с сего. О, ну здесь босс орёт. Слушай, сюда еще никто не приходил. В хате боссик. Это хорошо, с одной стороны. Ну да, золотые патрики можно будет снять с него. Но он шотает тоже, он меня на днях шотнул. Там больше я за свиту боюсь. Да-да-да, свита шотает. Кто-то меня шотнул, короче, из них на днях. Так, я на них экономить не буду, я прям буду патроны впиндюривать в них, ну их нафиг. Иначе это будет очень больно. Он опять меня просто прострелит и все. Так, давай-ка пройдем, давай вот эту штуку лутанем. Документики всякие. Газ. Надо будет... Так, вот так надо сделать, чтобы он нам взял дымку и возле сейфа кинуть дымку и залутать сейф. Вот это прям по-любому. Слушай, а чё это он нас не пушит даже? Слава богу. Может, через подвал зайдем к ним в хату? Слушай, а кто-то прыгает, это не тип прыгает ли где-то? Или мне кажется? О, грены. Видимо, по нему уже начали работать. У тебя что, патроны кончились?
Бля, я его не вижу там нахуй, пиздец. Кабраны. Бля, не видно в этот прицел. Он вроде налево кто-то пришел. Пацан его убил. А, вот он. Со снайперкой, блядь, сидит. Я его не лутаю. Я ваших... Кого, кто убил, я их не лутаю, пацаны, если это не я убил. Окей. Куда ты нахуй? Тут у нас ничего нету. Молотов, молотов. Че, давай посмотрим, что у тебя по патронам было? Так, мясо мы возьмем. Хавать мы 100% захотим. Как ни крути. Так, ну хилок мне больше не надо. Слушай, ну да. Смотри, еще типочек на фиолочках, да? Надеюсь, это мой. И в спину меня не пизданет сейчас. Очень сильно надеюсь. Ну что, пошли подниматься наверх тогда. Так, вот это лутанем, может, ключик есть какой-то. Так, почему его не переносится? О. Оператор девайс, что-то там. Но ты зелибит. Э! Во! Блять, сло. Какого хрена у меня что? Рюкзак сломался, блять. Мне это вообще не нравится. Ой. Сука, убежал, смотри. Ну-ка, давай-ка... Давай попробуем слепу кинуть. Чё за... Слушай, а у вас подсумки работают, пацаны? Я что-то в подсумок ничего не могу убрать. Работают. А у меня зависло, походу. Подсумок мой. Чё, отрикошетило? Ебать, красный патрон. Увидели от каски отрикошетило или от чего там? А где босс прячется, блядь? Я что-то не понял. Ну, на первом где-то, где оружейный, там всякие ящики, наверное. Прям тишина какая-то, он, блядь, не пушит. Блядь. Ебать, я обосрался. А вот, вот и пушит, кстати. Два прицела. Так, давай-ка. Хилим ручоночку. И надо докинуть патрончики. Чепок. Поменяет хоть обоймы без проблем? Поменял. И докидываем. Ну, хотя бы эта штука работает, ладно. Но подсумок забьется, походу, очень быстро. Ты чё, блядь? Со своей снайперкой, нахуй, дурацкой, блядь. А чё у вас вообще за патроны, ну-ка, в снайперке вы вставляете? Хилка, блядь, давай возьмем эту хилку. Смотри, тоже фиолетовые. Бинтик, бинтик мне не нужен, точно. Хирургичку, ладно, возьмем. Гаечный ключ. Ты посмотри, какая тишина, слушай.
Мы тут спокойненько просто лутаемся вообще без всяких проблем. Так, надо водичку выпить. Че, здесь у нас только обоймы будут, да? Так, использовать. Давай, братанчик. Нам надо попить немножко водички. Блять, бежать нам, конечно, вообще пиздец, если что. А, у меня... А, 53, половину броника, блять, раскололи. Просто нифига себе. Сколько денег? 6 тысяч будет? Угу. 10. 10 раз по 6 тысяч. Нормально? Я тоже считаю, что нормально. Кабель, кабель, кабель. Эй, компьютер. Там дискета. Давай видеокарту. Понятно. Ну, осталась надежда еще на сейф, который у дороги. Еще одни очки. Куда мне столько, блядь, очков этих? На что мне их надевать? На жопу, наверное. И там, и там. Ну! Бля, я все равно не могу сказать, что здесь прям офигенный лут. Ясно. Прям вот он прям здесь лучше, чем везде. Че, что-нибудь хорошее вообще хоть нашли? Пойдет. Ну, вот, значит, тоже они что-нибудь фиолетенькое только нашли и все. Блять, пойти сейчас на сейф или как? Бля. Пойду рискну на дороге, посмотрю сейф. Надо там два бота минимум. Иду. Да наш бегает, да. Что-то топает. Ебать их тут. А это как будто как тип, блядь, был. Ну, надеюсь, голову меня сейчас не убьют. Понятно, что-то одно тут. ЦПУ. ЦПУ там было. Так. Ну, пошли в сторону выхода, пацаны. Потому что время что-то тикает нереально. Давай, перезарядка. Докинуть патрики. Я не знаю, этих ботов на дороге будем лутать? Опасно. Максимально. Так, давай-ка. Вот это внедрим. Ну вот, пошли на виллу еще сходим. Похавать. Блять, лег. Лег лутать. За столбик. Все, нафиг. Погнали. А так в целом, да, очень опасно. Еще плюс сейчас в этой циркушке может быть кто-то сидеть. Чё, блядь? Минус. Блядь, еще один. Ёбаные боты. Пугают. Нереально. Слушай, а реально, а где вообще все люди?
можно сказать, нифига себе. Че, это здание будем глянем? Да. Я думаю, надо глянуть. Ты с чем у нас? С хуйней какой-то, я понял. 100% где-то есть снайпер. А вот он. Давай-ка вот так. Так, снайпер где-то у нас все равно есть живой один, да? Кто-то постреливает. Интересно, с какими патронами и стоит ли выглядывать в окошко в этом случае? Слушай, ну боты нифига мне броню хлестанули. Вообще неприятно, очень сильно неприятно. Ремонт очень дорого обойдется. Плюс каску немножко сбили еще. А налутали-то мы... Считай, это херню полную. Вот там где-то, блядь, стрелял он, да? Сейчас зазвенели бабунцы. И поехал я в трусы. Но гоняю я так вот. Немножко словно крот. Ой, это что такое мне пришло? Вы слышали такой звук? Никогда такого не слышал. Первый раз слышу такой звук. Давай на виллу зайдем еще. Бля, я опять есть хочу. Какого хрена? А где у меня мясо? Я же брыл мясо. Блять, дурак. Он когда пьет, не двигается, да? Ну, немножко поели, ладно, хорошо. Ой, побежали. Ой, я долго буду бежать. Я отстающий. Максимально отстающий. Это тот, кого... Буду хуярить спину. Это по нам стреляют? Да. Кого-то я убил. Кто-то топнет, возможно, бот. Да, бот. Телефон меня немножко отвлек, ребят, сорян. Позвонили по работе мне. Это ты здесь типа убил, да? Смотри, здесь даже не лутано, блядь. Серьезно? Заберем. Нам нужно все. Бля, я опять хавать хочу. Капец. Ну чё? Чё, есть что-нибудь в сейфе крутое? Оперативка была. Да. Вот так и заходи на платную карту играть. Короче, никто ничего вообще нормального не нашел. А на самой лютой карте вы играли, которая тоже платная? Ну, я зашел пару раз, но туда нужно прям реально заходить одетым. Просто как бы, что там по луту, интересно, лучше, нет? А что, тут лут вообще не воодушевляет. Нет, тут вообще фигня, тут все пусто. Ну вот даже непонятно, и были все боты, то есть нам типы вообще не попались по этой стороне. Просто лютая фигня, тут можно идти просто на выход и все. Даже
Даже никто нас не закемпил. Че, надо на выход идти тогда. Вообще, всегда получается, что мы там... Бля, я что, обойму где-то потерял? Нихуя себе, ты что здесь легла? Ё-моё! Обойму просрал. Неплохо. Это все потому, что рюкзак долбанный не работает. Так, погнали. Тут реально можно на фиолетовых ходить. Ну, если вот такие рейды прям будут, да, то можно просто на фиолетовых гонять. Блять, хуй с ним, давай лутанем. Вдруг что у бота есть. Интересное. Хотя, наверное, кроме патрона у него ничего не будет. Слепо, лампочка. Зачем ему лампочка, интересно? О, ебать, отмена. А тут? О, отмена. Не, мне это не надо. Полная шляпа вообще. А босс куда-то убежал. Слушай, вы поняли? Босс где-то кричал, получается, там. В отеле в этом. В мотеле. И потом он куда-то скрылся. Он просто свалил. Капец. Ну, в целом. Да, херня, а не рейд вообще в целом получается. Пацанов не встретили. Лута не нашли какого-то интересного, да? Хоть и пооткрывали что-то. Вообще пустенько. Все очень пустенько. Пацаны там, смотри, так остались, стоят. Сейчас, не дай бог, именно я попаду на кемпера. Очкова, капец. Хотя, наверное, уже никого не должно быть. Вообще. Не, никого. Что хочу сказать, ребят. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти, с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и радуемся. Кстати, никогда не знал, что здесь есть вот эта херня. Первый раз ее заметил. Вообще. Так, ну, я прям сваливаю, пацаны. Спасибо, спасибо вам. Тебе? А, не, вот тут. Ой, еще ящик есть какой-то, смотри, нашел. И тут у нас что? Автомобиль. Да, но это не оно. Давай, все. Ну, давай посмотрим. Че это? Получается, че мы тут налутали? Ну... Да, блядь, не больше сотки. Лев этот 15 тысяч стоит. 96 тысяч. Даже сотку мы не набили. Понимаете? Даже сотку. Лут вообще кардинально... плохой. Прям очень нафиг плохой. Вот. Так что я не знаю насчет платной карты. Я вообще не вижу какого-то смысла гонять на платную карту. Ну, вообще. То есть надо идти и прям только просто только валить типов. Других вариантов нету вообще в целом. Нам даже ни один тип по дороге не попался. Вот. Ну, что хочу сказать. На этом ролик заканчивается. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. До следующего ролика, ребят. Всем пока-пока.